Всем привет! С вами Прия. Сегодня 22 число. Прошел один день после открытия гробницы Саргераса. Разумеется, мы влетели туда своими мейнами, своим мейн-рейдом с гильдией. И не сказать, что там относительно повезло как-то или что-то типа такого, но все-таки мы убили 7 боссов в героическом режиме. На некоторых, конечно, тактики весьма интересные, на некоторых вообще весьма простые, но, мягко говоря, боссы поделены по кварталам. То есть первые три не представляют особой какой-либо сложности, вторые три начинают уже потихоньку хотя бы накалять, но следующие три будут разрывать заднее место, скажем так. В общем, было классно, было весело. Спросите, что я полутал? Вот. Я полутал Тринку. И я полутал конкретно с боссов релик. Все. Очень продуктивно прошли для меня эти 7 героических боссов. Почти все я убивал в Армсе, кроме Инквизиции. Инквизицию решили сыграть в 3 танка. Ну, чисто по приколу. Вот. Очень классно. Я раскидал свои 6 монеток. Очень классно получил эту Тринку. Суть-то в чем? Я сижу, думаю. Думаю, ну, с кого это вообще падает? А, вот. Смотрю, изучаю лут. Вот. Ну, вот, кровь классная такая, да, там, и по эквипу, и там, ну, вообще классная, да, накидка, ну, типа, такая себе, ноги тировые, вообще классно зайдут, ну, неплохо, ступни так вообще идеальные, и, типа, ненужная тринка, ну, что, падает ненужная тринка. Конечно, я мог кинуть лут на защиту и получить тогда бы эту, скорее всего, тринку, ну, и она особо так себе, вот так вот. Обидно, обидно. Не очень продуктивно прошли для меня эти 7 хэмов. Кто-то полутал тировые куски, кто-то полутал 945-й тировые куски, кто-то там 925-й, 930-е. Было весело. Ссылочку на трансляцию и на ВК-группу, как всегда, я оставлю в описании. Если у вас есть желание, заходите, смотрите. Может, найдете для себя что-то интересного. Также с 21 МСК продолжаем проходить гробницу Саргераса. Сегодня у нас гробница Саргераса в сложности нормала, так что Кил'джиден сегодня умрет. В нормале все-таки босса полегче. Увидим Кил'джидена, увидим его фазы и увидим то, что должны увидеть после его убийства, изменения в открытом мире. Всех вам благ, счастья, здоровья там, легендарок побольше и лута хорошего, поменьше этих бесполезных аксессуаров. До скорого.